Почти вертикально будет стоять. На угол 80 градусов поднимается. 30 тонн вес крыла. Такой же вес опускается в доковую камеру, противовес. Электродвигатель им помогает противовес, за счет противовеса удерживается. Как только крыло поднимется, наверху загорится зеленый фонарик. Видите, сейчас красный горит, мигает. Это значит, ну, уже зеленый промигивает, потому что скоро разведется. Это значит, что готов принять корабль. Вон корабль первый. Он сейчас сюда пойдет. Крылья открываются в том месте, где идет фарватер. Самое глубокое место. Над тем местом раскрываются крылышки.